Налетчики на инкассаторов пойманы. Силовики задержали троих мужчин через неделю после стрельбы. Операция проходила в разных районах города. Задержанным 58, 48 и 39 лет. Подозреваемые несудимые. Теперь им грозит до 15 лет лишения свободы за разбой. Добавлю, утром на сайте Краевого МВД появилось видео с маршрутом вооруженных налетчиков. Полицейские отследили и восстановили схему движения шестерки по правобережью. Силовики просили нападавших сдаться самим. Когда реакции не последовало, собратцы провели операцию по задержанию.